Горячий прием для всех влюбленных. Перед зданием ЗАГСа на Нововокзальной ресурсники ремонтируют участок теплотрассы. Это в границах улиц, если мы грубо будем говорить, Воронежская. Одна сторона, доходим до Московского. От Московского проходим вот здесь по 22-му партьезу, спускаемся к Карла Маркса. И по Карла Маркса вот этот квадрат, который сегодня в этой части. Сейчас дома не сброшены в данной ситуации. Мы, еще раз подчеркиваю, в 11:30 восстанавливаем в полном объеме все микрорайоны. Пока сети переключают на резервную схему, от тепла пришлось отключить несколько микрорайонов. Сейчас здания уже прогреваются. Ограничена подача тепла в 7 домах на пересечении улиц Нововокзальной и проспекта Карла Маркса, которые непосредственно запитаны от поврежденного участка. При этом мы организовали резервную схему. По обратному трубопроводу будет теплоноситель подан, соответственно, с параметрами минимальными, но ресурс у жильцов будет. На оперативном совещании в департаменте городского хозяйства первый заместитель главы города Владимир Василенко поставил задачу перед ресурсниками в течение дня полностью восстановить режим теплоснабжения. Лариса Шалафаст, Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.